Когда мне было 15 лет, я ходил срать, батя все время, как бы невзначай крутился возле толчка, и все спрашивал, что ты там затих, почему тебя не слышно. Первый раз я не ответил, так он начал ломиться в дверь и орать, что ты там молчишь, что с тобой. Начал материться и говорить, что вообще дверь с петель снимет. Алса, батя ругался, если я сру и не смываю, причем не просто в конце срания, а непосредственно после вылизания какашки, мотивировал это тем, что воняет, и сам потом мне говорил, вот я какну и смываю, и ты так делай. Однажды я срать сел и слышу, батя где-то у двери встал в отдалении, но я жопу вытер и на пол на карачике присел, а там щель очень широкая снизу у двери, но я в щели смотрю, а там батя на карачиках сидит и в щель смотрит, и мне говорит, ты чё, ебанутый, чё ты там делаешь? Батя, кстати, все время какие-то травы бьет, чтобы срать часто, срет по 5 раз в день, а потом говорит, что жопу жжет, и еще пердит он. Пиздец, короче, реальная история. Я не тролль.